Ну а теперь обо всем подробнее. Ангарск окутало дымом от лесных пожаров, которые полыхают в Якутии. По последним данным, там горит более 500 тысяч гектаров леса. Это в 11 раз больше, чем в Приангарье. Движение воздушных масс вдоль озера принесло за собой смог в центральную часть Иркутской области. Дымка окутала 17 населенных пунктов. В региональном МЧС сообщили, ситуация не критическая. По данным иркутских метеорологов, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.